От Флибустьера и до магистра наук сойдутся на краю вот этой ямы, где Флинт зарыл с пиастрами сундук. Начнется все со старой карты, в итоге кое-кто не соберет костей, а островок, что мог бы быть курортом, объектом станет дьявольских страстей. Остров сокровищ, книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ, Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ, здесь что ни страница, мрачные все лица, луидоров и пиастров звон. Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийства и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. Остров сокровищ, книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ, Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ, здесь что ни страница, мрачные все лица, луидоров и пиастров звон. Спать. Мама мне всегда говорит. Ночью люди спят, а днем. Кто там? Head!
бухта удобная. Неплохое место для стоянки. А много народу, приятель? Не очень много, сэр. Ну что ж, это якорная стоянка как раз для меня. Я поживу здесь немного, Ром, свиная грудинка, яичница. Вот все, что мне нужно. Подойди-ка сюда, мальчик. Когда увидишь моряка на одной ноге, сразу мчи ко мне. И за это будешь получать по пять... По три пенса с серебром. Но зато каждый месяц. Так что смотри в оба. Слушаюсь, сэр. Хороший мальчик. Хороший! Господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай. С рождения Бобби пай-мальчиком был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и гобил. Что было дальше? Все дети, как дети, живут без забот. Счастливое детство. А Боб на диете не ест и не пьет. Бедненький мальчик. Копилку кладет. Деньги, деньги, дребедь, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все дребедь, день. А остальное все дребедь, день. Дальше что было? Здесь пенинг, там шиллинг, а где-нибудь фунт. Большие деньги. Стал Бобби мошенник, мошенник и плут. Почему мошенник и плут? Скопил целый пуд. А, молодец. Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех деньги на свете любил? Наш человек наш. Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепи-петель. Ходи, одноглазый! Ап! Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. Билли Бонс, он же капитан, обладатель карты острова Сокровищ, из-за которой все и началось. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный, не женат.
Иди-ка сюда, мальчик. Это для моего приятеля, штурмана Билли. Сэр, я не знаю никакого штурмана. Этот завтрак для нашего постояльца, которого мы зовем капитаном. Моего товарища тоже можно назвать капитаном. У него шрам на щеке и очень приятное обхождение, особенно когда напьется. Значит, здесь обретается Билли. Если вы о капитане, сэр, то он ушел гулять. О, Билли обрадуется мне, как выпивки. А вот и он легок на помине. Давай-ка устроим ему сюрприз. Слушаюсь, сэр. Билли! Разве ты не узнаешь меня, Билли? Не узнаешь своего старого товарища? Черный пес? И он самый. Вот захотелось проведать своего старого корабельного друга. Ладно, раз уж выследил. Говори скорее, зачем пришел? Где карта, Билли? Нам нужна карта. Какая карта? У меня нет никакой карты. Где карта? У меня нет никакой карты. Нет, нет, не дам. Черный пес, друг Флинта, охотится за картой острова Сокровищ. Характер скрытный, не женат. Рому! Вы ранены, сэр. Жи, мой мальчик, налей рому, я убираюсь отсюда. Доктора, доктора, скорее. Здравствуйте, я доктор Липси. Да, а что сделал? Доктор Липси. Очень хороший и веселый человек. Характер общительный. Не женат. Доктор, помогите, капитан ранен. Ранен? Да нет, у него удар от чрезмерной приверженности к рому. Ну ладно, попытался спасти этот трижды никому не нужна жизнь. О, увеличена селезеночка. Аритмия. Замечательно. Какая прелесть. Где черный пес? Успокойтесь. Здесь нет никаких собак. Запомните, если вы не бросите пить, очень скоро умрете. Слово рум и слово смерть для вас означает одно и то же. Вы меня поняли? До свидания, Джим. До свидания, мой мальчик. Слушай, Джим, мне надо поскорее убираться отсюда. Не то они пришлют мне черную метку. А что это, сэр? Это вроде повестки, приятель. Они охотятся за моим сундуком. И если появятся здесь, ну... Джим, ты слышишь?
Если появится здесь, тогда садись на коня и скачи к этому доктору. Пусть накроет всю шайку Флинта на борту от... адмирала Бэмбоу. Всех до одного! Слепой Пью, тоже старый пират, хитер, жаден, ради денег пойдет на все. Характер мерзкий, не женат. Не скажете ли бедному слепому человеку, потерявшему драгоценное зрение во имя храброй защиты своей родины Англии, в какой местности он находится? Возле трактира «Адмирал Бенбоу» в бухте Черного холма. Я слышу голос, молодой голос. Дайте мне руку, молодой человек, и проводите меня в этот дом. Ой! А теперь, мальчик, веди меня к капитану. Сэр, но я не смею. Не смеешь? Вот как! Веди, или я сломаю тебе руку. А когда капитан меня увидит, ты крикнешь: «Вот ваш друг Билли!» Вот ваш друг Билли. О, боже! Пью! Ничего, Билли, сиди, где сидишь. Я не вижу тебя, но слышу, как дрожат твои пальцы. Протяни свою правую руку и поднеси к моей руке. Дело сделано. До свидания, Билли. Хороший мальчик. До свидания. Черная метка. Послушай, Джим, этот слепой Пью страшный человек. Но одноногий, который его послал ко мне, еще страшнее. Не отдавайте ему карту. Слышите? Не отдавайте. Она у меня в сундуке. Я один знаю это место. Старый Флинт сам передал мне карту перед смертью. Черная метка. В 10 часов. Десять часов они придут за моим сундуком. Осталось 4 часа. Ничего, мы еще им покажем. У нас есть еще время.
Сэры-пэры, знайте чувство меры, избегайте пьянства, вы как западни. Ждет нас путь неблизкий, и чем крепче виски, и тем короче сэры будут ваши дни. Каждый лишний градус будет вам не в радость, вашему здоровью вреден каждый тост. Простите, не цветет как роза печень от цирроза, а? Да, если роза лишь тупеет мозг. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома. Дьявол тебя доведет до конца, йо-хо-хо, и бутылка рома. Эй, дьявол тебя доведет до конца, йо-хо-хо, и бутылка рома. И бутылка рома. От похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет. Утром встал с постели, лучше взять гантели, и любая ноша будет вам как пух. Нету лучше в мире полновесной гири, и в здоровом теле здоровее дух. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома. Эй! И дьявол тебя доведет до конца, йо-хо-хо, и бутылка рома. Эй! И дьявол тебя доведет до конца, йо-хо-хо, и бутылка рома. Ищите его, лодыри, и наверх за сундуком.
Эй, Пью! Здесь, кажется, уже кто-то побывал. Сундук! Сундук открыт! А карта на месте? Деньги! Деньги! К черту деньги! Я говорю о бумагах Флинта. Бумаг не видать. Ничего нет? Нету. Нас ограбил этот щенок. Жаль, что я не выколол ему глаза. Ищите его, ребята. Он где-то здесь. Бежать, ребята! Бежим! Спасайтесь! Спасаемся! Бежать? Ах, вы олухи! Если вы найдете эту бумагу, вы станете богаче короля! Но ведь мы взяли золото, Пью! Бежим! Дерк, Джонни, черный пес, вы не оставите в беде старого Пью! Джимми Гокинс. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий. Здравствуйте, мистер Трелани. Добрый вечер, доктор. Ха-ха! Добрый вечер, друг Джим. Что случилось? Вы же знаете старого капитана, который остановился у нас в адмирале Бенбоу? Вчера к нему пришел какой-то слепой бродяга. Они поговорили, и капитан охватил удар. А ночью бандиты, наверное, дружки того бродяги, обшарили весь трактир. А что же они искали? Они искали не деньги. Они искали вот это. Ха-ха, так, посмотрим. Карта. Ага, так. Высокое дерево, направление к северу от острова Скелету. Так, так, так. 10 футов на склоне восточный горб. Ха-ха-ха-ха-ха. Так это же карта капитана Флинта. Теперь мы знаем, где Флинт спрятал свои сокровища. Ливси, завтра я еду в Бристоль. Через 10 дней у нас будет судно и самая лучшая команда в Англии. Вы, Ливси, судовой врач, я адмирал. А Джим Хокинс будет юнгой. Мы найдем эти сокровища. Мы сможем купаться в деньгах и швырять их в море. Трелани,
Туп, жаден, прожорлив, надменен, трусоват, ленив. Характер отсутствует. Не женат. Трелони, я могу поехать с вами, но есть человек, на которого в этом предприятии я боюсь положиться. Кто он? Назовите этого негодяя, сэр. Вы, Трелони, вы не умеете держать язык в зубах. Ну, лиси, отныне я буду нем, как могила. Прекрасно. В Бристоль, друзья. Поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец. Бегать, скакать, кувыркаться, каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться и захотеть, и захотеть. Соблюдает меня режим, жим, знает спорт необходим, жим. Даже опытный пират будет схватки с ним не рад. Потому что пьет пират. 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 Жим! Хорош по слоянствам, ну и, конечно, пират. Систематическим пьянством спорту не рад, спорту не рад. В спорте основа успеха стойкость и трезвый расчет, тысячекратное эхо.
соблюдает не режим. Жим! Знает, спорт необходим. Жим! Даже опытный пират будет схватки с ним не рад. Потому что пьет пират. 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 Джон Сильвер, он же окорок, он же одноногий. Самый страшный пират, но притворяется добрым, что, впрочем, ему удается. Характер скрытный, не женат. Любезнейший, мы отправляемся за сокровищами. Нам нужен хороший корабль и команда. Сэр, у меня есть и то, и другое. Прекрасно. Ну-ка, взгляните на нашу красавицу. Нам чертовски повезло. Все, буквально все, едва заслышав, что мы отправляемся за сокровищами, изо всех сил стараются нам помочь. Он все-таки всем разболтал. Ну и Треллони. А вот и наш судовой повар Джон Сильвер. Я думал, что я нашел повара, а оказалось, что нашел целую команду. Внешность их не слишком привлекательна, но ничего. Надеюсь, все в порядке. Шхуна готова к отплытию. Не понял, сэр. А, да! Вот что, сэр, я буду говорить с вами откровенно. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся эти матросы. И вообще. Что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр. Это все? Не понял, сэр. А, да! Нет, не все. Хоть я и капитан, но я не спрашиваю вас о цели нашего путешествия. Однако, самый последний матрос знает, что мы едем искать сокровища. Не нравится мне все это, сэр. Капитан Смоллет, старый моряк и солдат. Любит говорить всем правду в глаза, от чего и страдает. Характер прескверный, не женат. Раз-два, 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 стой, раз-два. Внимание! Слушай мою команду! Отдать кормовые и носовые! Поднять якорь! Капеля горделях! Топ-сельскотах и оттяжках! Паруса! Поднять! Полный... Стоп! А, да! Полный вперед!
скажи, окорок, долго мы еще будем вилять, как маркитанская лодка? Мне до смерти надоел капитан. Хватит ему командовать! Я хочу жить в его каюте и... Тенс, моя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не было мозгов. Не торопись. Но, Сильвер, я... Ладно, я скажу. После того, как Сквайр и доктор найдут сокровища и помогут нам погрузить их на корабль... Что мы сделаем с ними? Ингленд высадил бы их на какой-нибудь пустынный берег. А Флинт или Билли Бонс зарезали бы всех, как свиней. Мертвые не кусаются, да? Голосую. Убить. Земля! Это наш последний шанс. Шанс! Он не получка, не аванс. Он выпадает только раз. Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет. Шанс! Его так просто упустить. Но легче локоть упустить, чем новый шанс заполучить. И принося черную метку, черную метку мне. Шанс. Черная метка, чертова метка. Нет! Шанс! И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам... Бог подаст! Хитрый шанс! Шанс! Он подбирал вам экипаж, он с вами шел на абордаж, и от осечки он берег ваш мушкет. Шанс! Один лишь раз осечку дав, теперь вы кролик, он удав, а у удава мрачный нрав. И принося черную метку мне. Черная метка, чертова метка. Нет! И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам... Бог подаст! Хитрый шанс! Шанс! Он нажимал на ваш курок, он набивал ваш кошелек, и от осечки он берег ваш мушкет. И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам, Бог подаст. И приносит черную метку мне. Шанс. Черная метка, чертова метка. Нет! Шанс! И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам... Бог подаст. Хитрый шанс.